Привет, друзья! Сегодня у нас небольшой юбилей! 5000 друзей на канале! Спасибо, что нас смотрите! Спасибо, что ставите лайки! Спасибо, что комментируете наши видео! К сожалению, угостить тортиком всех у нас не получится! Но есть сюрприз! Конкурс! Конкурс на Бейблейд из нашей коллекции! На Фафнира S3! Условия конкурса мы расскажем чуть позже в видео. А сейчас хотим передать привет тому, кто правильно ответил на вопрос в прошлом видео. Вот в этом видео. Сколько лет Шу куриная? Итак, по данным известной Бейблейд Википедии, ему 11 лет. И правильными были три ответа, поэтому мы передаем привет. Миша, привет! И Лоня, привет! И Виталий Чулик, привет! А теперь, как и обещали, бой между легендарным Спрайденом и Фафниром! К бою! Но сначала нам надо поставить Спрайдена в левосторонний режим. Итак, сейчас у нас режим стоит на right, то есть это право. И мы должны поставить наш режим налево. Так, щелчок есть. Сейчас мы поставили левосторонний режим. И что Спрайден, что Фафнир станут одинаково крутиться в левую сторону. Раунд первый. 3, 2, 1. Ого, погнали. Так, что-то Фафнир не... А не, вот сейчас подошел к Спрайзену. Посмотрите, Спрайзен опять посредине арены. Что же это такое? Он поджимает. Так, ну что ж, первый бой у нас Спрайзен проигрывает. Раунд второй. 3, 2, 1. Ого, разгон взяли. Да, они так легонечко друг друга атакуют, дотрагиваются друг до друга. Волчки-то сильные, интересно, кто первый сдастся. О, пошла атака. И 2-0. Ничего себе! Раунд третий. 3, 2, 1. Шоу! Как же себя поведет Спрайзен? Да, пока Фафнир вот так вот ведет 2-0 пока. Опять они легонечко друг друга касаются на середине арены. Только щелчки слышны. Ну что-то начинает вилять Фафнир. Так, теперь после атаки они останавливаются оба. Ну что ж, пока мисс ничья. Пока мисс 2-0 так и остается. Давайте дальше. Раунд четвертый. 3, 2, 1. И погнали. Только что атака такая была. И опять легонечко. Кто же сейчас победит? Виляет Спрайзен, мне кажется. Да. Но оба все равно идут. Так. Фафнир победил. А теперь условия конкурса. Ребята, будьте внимательны. Итак. Быть нашим подписчиком. И подписки должны быть открыты. Если вы не можете это сделать сами, попросите взрослых. Поставить лайк. А также пункт номер 3. Снять на видео свой любимый Бейблейд.
Ну или нарисовать любимого бейблейдера и выложить это видео на свой YouTube-канал с названием «На конкурс для канала Тим Витыч». В комментариях напишите «Участвую» и прикрепите ссылочку на ваше видео. А итоги конкурса будут 19 мая, и победитель будет выбран случайным образом с помощью специальной программы. А теперь субботние приветики. С ассоциациями, как и в прошлом видео. Тянем с закрытыми глазами бейблейд, и с кем он ассоциируется из наших друзей. Начали! Первый привет передаем Андрею, Аникину, Артему, Боге и Виктору. Привет! Маша, тянем бейблейд, с кем из бейблейдов. Итак, эти ребята ассоциируются со Спрайзеном легендарным. От нас приветик Андрею, Артему Сафронову, Виталию Никифорову и Владу Скибину. Привет! Тимофей, теперь ты тянешь, с кем ассоциируются эти ребята? С Рактавором! Ребятам Габриэлю и Коле, Владу, Димону и Ивану. Привет! Маша вытягивает бейблейд. И ребята ассоциируются с Луинором. Привет и удачного дня Диме, Илье, Карине, Кире, Давиду и Максу. Привет! С кем наши ребята ассоциируются в этот раз? Тимофей, смотрим. И это Волтрек В3. Привет от канала Тим Витыч Максу, Никите Савочкину, Матвею и Лимон Бейблейд. Привет! С кем же ассоциируются наши ребята? И это Карасут! Хорошего настроения Матвею Новинки, Никите, Нуртилек Ханабатов и Саше обзор игрушек! Привет! Ну, ребята, с кем вы у нас ассоциируетесь? Тима, выбирай! Это Байрон! Привет для Рената, Ростислава Савка, Диме и Саше! Привет! И ребята у нас ассоциируются с бейблейдом Кербиус! Здорово, ребята! Серый Волк, Тим, Марк Хлебников и Файербой! Привет! И кто у нас, с кем ассоциируются эти ребята? С Крейс Цигнусом из «Горячего металла». И еще привет для Ярослава Таран, каналом Шукуринай, Энджи Сенько, YouTube Хай Гейм. Извините, если я неправильно произношу. Ребята, пишите, пожалуйста, имена, нам будет легче. Итак, всем этим ребятам привет! И вы у нас ассоциируетесь... кем? С Фафниром! Хорошего настроения Олегу Кент, Адриан и Тердон! Привет! И с кем ассоциируются у нас эти ребята? С Экскалиусом! Привет! Подписывайтесь на канал Тим Витыч и Маша! Ставьте лайки, снимайте видео и всем удачи в конкурсе! Пока-пока! Пока, друзья! Всем удачи!